Еще вчера в этой комнате было совсем тихо. Новый телевизор появился в Химкинском комплексном кризисном центре помощи женщинам в преддверии Дня матери. Такой чудесный ремонт. Так стало вообще классно. Все по-домашнему, и такая техника везде, а уж телевизор тем более. Долгое время в комнате отдыха не было телевизора. Для многих клиентов центра просмотр любимых передач – лучший способ прийти в себя. Чтобы исправить ситуацию, сотрудники центра обратились к депутатам. На просьбу отреагировали незамедлительно. С момента обращения до приобретения непосредственно телевизора, наверное, прошло дней 10. Мы только начали сотрудничество с партией «Единая Россия» и непосредственно с Александром Эрнстовичем. Но мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться. Химкинский комплексный кризисный центр спасения – единственный в своем роде во всем Подмосковье. Это место, куда могут пойти женщины, которые живут в нашем городе, если у них что-то в жизни идет не так. И, наверное, это единственное место, где они могут получить и психологическую консультацию, и материальную помощь. И самое главное – получить частичку доброты, где они могут прийти в себя, оттаять сердцем и нормально потом решать все свои вопросы. Почти 20 лет здесь бесплатно помогают женщинам, которые оказались в беде. Новый подарок прослужит долго и тоже поможет справиться, если не со всеми проблемами, то с плохим настроением точно.